Так, всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница, и сегодня у нас арена. Вот, вышел у них патч, короче, они там пропатчили свою игру, чё кого, и появилось там пару пунктов, что якобы они подняли FPS, настроили стабильность и убрали мыло на карте. Давайте мы это сейчас посмотрим. Ну, стало почетче, я не спорю. Стало почетче. Но когда, кстати, наводишься, вся картинка размыливается почему-то. Но вроде, слушай. Поставил я соляну, кстати. Что-то мне... Ой, а в дверях вон там ее вообще ничего не видно вообще, кстати. Че? Ну-ка, давай закрыть. Сохранить. Подтвердить. А, еще надо. Давай вот так сделаем. Где он там попасть не может? Тихо, друган. Так, давай-ка перезарядимся. Закинем патрончики. Непонятно, один он был, интересно, или он был не один. Что-то вот так стонет вообще. Не стань, дружище. Это чего? Это кто мне сейчас в руку? А, снайпер, наверное, там, который сидит, да? Бахнул мне. Ага. Окошки простреливаются. Ну давай рискнем. 12 уровень. С дробовичком, дружок, тут был у нас. Хилку заберем. Это заберем. Это нам не надо. Это мы свернем, покладем. Обыскать. Ну, я думаю, у него тут ничего нету. Че у него тут? Ну, на обычных патриках был, да? Винтики. Кристофер. Кристофер. Или как его там? Ну, раз мы уж здесь, давай здесь уже что, подлутаем. Ну. Оно как бы вроде-то и стало почетче. Вроде бы стало. Но она такая, знаете, прям серая. Ну, сама по себе. Ну, это типа атмосфера, я так понимаю, должна быть. Типа атмосферная, там чё, кого. Она такая серенькая сама по себе игруха. Чё у нас тут? Ну, собирать, конечно, тут нечего. Надо качать уровень, чтобы у нас начали пускать в эти. В более дорогие. Вот, я не знаю, наверное, нет смысла вообще что-то лутать, да? Еще, короче, слышал от многих стримеров, грубо говоря, приколы такие, что играют с VPN многие специально, потому что там есть читеров. А здесь, типа, их тьма тьмущая вообще.
Не знаю, как на самом деле, но я думаю, мне пока открыто все равно, все только бесплатка. Я думаю, я здесь точно не встречу читеров. Читеры, наверное, скорее всего, в этих дорогих картах, там что, кого у нас было, да? Что у нас, туалетная бумага, банк с едой. Ничего тут интересного нету. Ананасовый сок? Ананасовый сок, вы поняли? Это значит, нам надо сейчас пойти кому-нибудь дать. Ну, типа, что-то такого, да? Не знаю, сейфы, интересно, залутали, не залутали там. Что-то слышал. А, на две ячейки попку дали мне. На два дня. Но это всего лишь на два дня. Но постоянку у меня, конечно, нету попки. Только на два денечка. Но постоянку, говорят, надо покупать. Донат, конечно... Да, донат тут жёстенький, я бы сказал. Прям нормально такой, но... Я не знаю, вот я говорю, сделали они, не сделали этих вещей, что... Кто-то скребется. Что игровым путем здесь можно достать все? Это же это бот? Это бот, да. О, какой-то пистолетик новенький, слушай. Так, давай перезарядимся, там в хате дерутся. Ой, вы видели? Кстати, местами я заметил, вот идешь-идешь, и какой-то пролаг. Вот это очень интересно, что это такое. Просто ни с того, ни с сего микрофрезы какие-то. Вот так вот файте, прикиньте, вот так вот будете что-то делать, да, у вас там раз такой. Это что тут такое лежит? Давай что-нибудь офигенное. Босс, что ли? Это бронеразгрузка, кстати, хорошая, да, наверное? Так, это вот в меня агрится. Я понял. А тут что, босс, что ли? Блять, или это типы? Текстурки, кстати, также тоже прогружаются не с первого раза. Но скажу одно. Оно сейчас стало реально лучше, чем было раньше. То есть, значит, скорее всего, они ее подгонят, и она будет вообще офигенно. О, нифига себе. Рюкзачело, смотри, какой висит. Большой. О-о-о. Это просто, смотри, какой рюкзак, блядь. Тут даже забирать не буду. Это неплохо. Ну-ка. Может быть, они что-нибудь и с лутом сделали? Может быть, сейчас даже и полутаться будет нормально? Патрон тут проверяет. Тихо-тихо, друган. Синий порох сколько? Это же самый дешевый? Да, это самый дешевый. Тихо, блядь. Чего меня так пугаете? Где эта вся стрельба сейчас происходит? Вы слышите, там что-то вообще у них. Так, давай. Перезарядиться и, как всегда, докинуть патроны. Без этого никак.
А сюда заходишь, ни хрена не видно, как всегда. Опа, кассу добавили, смотри. Они там за сейф, наверное, дерутся, я так понимаю. Че, это все бабки? Блять, идет. Вот, опять фриз, видели? Оп, это сюда. Так, тут что-нибудь у нас нормальное будет? Неплохо. Обойма. Это 30 кассиков. Почти заполнен. Я не знаю, я думаю, ботов здесь нет смысла лутать. Вот именно в бесплатке. Тут, наверное... Вот, с мылом пацаны бегают. Я слышу прекрасные звуки дробовика. Как всегда, все бегают на дробашах, да? Типа, а чё нам? А чё нам? Мы дробовик берем и все. Вот это что было? Блять, не успел. Как-то я пролетел этот момент. Кто там прошел? Бот или не бот, нифига? Это тип, походу. И тип приехал. О, DVD. DVD нашли. Сейчас посмотрим что-нибудь, какие-нибудь. Кинчики запустим. Так, давай бабки, да? Вот вдаль все равно ни хрена не видно. Еще один тип упал. Вот на то расстояние, вот если я вот так смотрю, все равно мыло. Вот прям долбанное нафиг мыло. Очень ужасно. Очень ужасно вообще. Вот так вот в целом в комнатках, да, в зданиях изображение вообще идеальное. То есть чистенько вообще. Все видно как надо. Ну, то есть все хорошо вообще. Ну, реально все хорошо. А так... Не знаю, вот эту штуку, наверное, тоже нет смысла лутать, да? Или есть смысл? Мне интересно. Давай полутаем, давай поищем, посмотрим. И... А, ну и что, надо пойти посмотреть сейф, интересно. Хотя его вот этот тип мог вскрыть. Большая надежда есть на то, что не все здесь еще задонатили, купили большие себе эти жопки. Давай второй этаж полутаем. И если я там что-то пацаны нашли в сейфе, я там это смогу забрать. Вытащить, так сказать, с них это. Вот в Дельте не хватает вот этих вот всяких прострелов. Здесь в целом двери, вся фигня, все простреливается. В Дельте вот этого вот прям не хватает. Там даже палатки, грубо говоря, не простреливаются. И это очень сильно прям удручает. Возьмем давай. На тот случай, это если мы что-нибудь найдем. По звуку, кстати, по звуку вроде все хорошо. Чё? Вон там стреляются? Чего? Это в смысле фейковые выстрелы сейчас? Не понял я. Мюсье. Что это такое? Ну как будто, да, они как будто за стенкой стреляются. Не, то есть... Там никого нету. Это типа, как в этом, The Day Before, фейковые выстрелы и все такое. Так, ну водички пока пить не надо, но мы это выпьем. И скушаем.
Вообще что-то тихо на карте стало. Давай возьмем этот обезбол, хорошо. Тот мы не стали брать, но этот возьмем. Сейчас слышу, что справа стреляются. В стороне фермы получается. Вы видели? Я опять отключаю, и херак, фризы такие идут. ФПС до 30, до 20 падает. Это типа что такое? Хотя здесь вообще 100-140. Типа 49 ФПС. Что? Это вы называете оптимизон? То есть было еще хуже? Туалетную дверь закрыли, которую заскривали все. Радейка, это я заберу. Еда, вода. Бутылька. Пустая бутылька, ничего в ней нету вовсе. Вот, блин, у бешки нету, зачем вот эту вот всю... Вот этой мелочью наполнять, так сказать. Типа хоть топ-то, чтобы было. Кто-то слева топнул. Ну да, этот дружок-пирожок лежит. Faraday Beach. Тоже с дробовиком. Ну я говорю, все с дробовиком бегают. Че, у тебя что-нибудь есть там, нет? При том, что его лутать пришел бот. А, нет. А? Не успел, слушай. Че, дискет на 5 миллионов? Понятно, денег мне... Денег и веб-камеру мне даст, да? Ну, пойдем, дойдем до того сейфа. Бля... Ё-моё. Так, в этих камни лучше не прыгать. Ой-ой-ой-ой. В них умереть можно вообще нереально быстро. По камням не скачем, ребят. Ну вот. Ну нет. Без оптики с коллиматором, так сказать, как вот в Дельте, вы не сможете пострелять. Потому что там вот силуэт, вот он там будет сейчас выглядывать, я его не увижу. Сольется со стенкой. Сразу. Вот тут кто-то есть, мне кажется. Вообще ни хрена не видно, да. Тихо, тихо, тихо. А чё, меня ни с кем не загрузило, что ли? Тут два сейфа не залутанных. Это как вообще? Еще одна камера. Или тут все... То... Никто не играет вообще, что ли? Или как? Не знаю, ну давай АКМ заберем уже. А иди в жопу, ю! В жопью! В жопью иди! Че он там кричит вообще? Так, 6 патронов вот этих давай докинем. Я понял. Я понял. Патроны, которые были в калаше, они не убивают вообще ничего, да? Где тут второй еще был? Бля, слышал, что прям двое пробегали. А получается, один пришел только. Че, давай грены мне, патроны, что-нибудь моего калибра будет?
10 раз, мне кажется, будет. Ну, по луту в целом, все, что было, все и осталось вообще, да? Сейчас, секундочку, мне тут что-то это... Все общение. Прочитать, я думаю, может, что-то срочно. Ладно, не срочно. Так, что, мне надо... Да, давай освободим, водички попьем. Пойдем по полю, в виллу сходим. Выход, да, в самом конце у меня. Что там, 14 минут еще есть. Сейчас какого-нибудь челобота встречу, в ноги меня просто убьет, все. Стандартная ситуация. Хотя не знаю, я еще, что там, 6-й я там или 9-й уровень, я играл-то всего 2 раза. У меня, наверное, еще маленький уровень, чтобы меня закидывать с кем-то. Тут, наверное, тоже таких два чувака были, которые вот такого же уровня, но они умерли уже в целом. Наверное, как-то так. Хотя он там двери открыты, смотри. Да? Может быть, кто-то и есть. Но в плане лута... Ну, в плане лута все то же самое осталось вообще. Вот тоже самое. Изменений я не заметил. Изменения, может быть, есть в платных картах, типа, да? Ну, а тут лутались, слушай. Это вот, может быть, он, кстати, и прибежал. И пока он там воевал с ботом, он не мог залутать долбанный сейф. Вот, и я его немножко там чпок. О, патроны, смотри, также валяются пачками. Как в Таркове прям. Мне показалось, ли там тип был? Ну, пробегал. Вот эту штуку никто не лутает. Вообще. Прям как будто знает, что нечего там вообще смотреть. Будет полностью... Все равно один фиг будет пусто. И ничегошеньки вы там не найдете. Сколько у нас прошло? Релиз у них был какого? 13-го, да, числа? Ну вот считайте, только вот... Что, сегодня или вчера они, получается, выпустили только патч по поводу графики. Ну и как бы проблемы все равно еще... Ну вот оно прям, знаете... Оно вот вблизи все хорошо, а дальше оно вот как будто вот... Как-то вот нарисовано, знаете, мокрой кистью. И краски такие подрасплавились такие. Вот как-то вот так вот, короче, это выглядит. На видео это, скорее всего, не видно. Потому что, ну, не знаю, качество все равно режется. Плюс, ну, дисплей у всех разные и все остальное. Вот. Но я вот вижу как-то так. То есть 10 метров, ну, нормально как-то. Можно что-то, да? А дальше это все. Вот куст вообще, он просто вот по сути... По сути, да, все. Я в него сел. И я вообще вот от той бочки, например, если я буду бежать, я ничего не увижу. Да и никто не увидит. Если у чувака нет теплака, грубо говоря. О, смотри, ящик с патронами тут поставили. Нифига себе. И вот это очень сильно как бы напрягает. Как бы в Delta Force еще... Че я слышал сейчас? Как будто кто-то по железу прошелся. Delta Force, там практически ты, ну... Да нет, там вообще на любое расстояние нормально видно. Вот там кто-то топает слева. И в хате кто-то есть, как будто, да? Смотри, нифига, зато вы видели, как прорисовано мясо сейчас было. Это же офигеть! Оно прям неплохо было прорисовано. Телефон.
Вот эти вот микрофрезы маленько подвешивают. Не знаю, сейчас все равно, в любом случае, альфа закрывает, скоро закроется, наверное, у дельты. Мы как бы в любом случае намного больше посидим, поиграем в арену. И там уже будет более точный такой этот у нас. Ага. Ага. А, тут лутались, да? А, внизу не лутались. Я понял. Кто-то, значит, был где-то. Ну, может, челоботы какие-нибудь бегали. Вот. Потому что, как бы, ну, сами понимаете, с двух игр делать, ну, какие-то... Хотя, нет, все равно иногда можно вывод сделать сразу и по первой игре, там, нравится она тебе или не нравится. Мне в целом, знаете, она мне нравится, в нее хочется играть. Хотя я вижу здесь явные проблемы, да, какие-то определенные. Это, скорее всего, знаете, это болезнь, наверное, вот. Все те, кто играл очень долгое время в Тарков, они, наверное, привыкли уже к тому, что как бы разработчик иногда подсовывает им какое-то говно. А ты такой, типа, бля, ну жанр же прикольный. Ты такой, ну да, прикольный. Бля, ну в игре же есть проблемы. Бля, ну есть. Ну типа, может быть, поиграем все равно. Ну, бля, ну давай попробуем поиграть, хорошо. Попробовал раз поиграть, попробовал два поиграть. Потом такой что-то посмотрел. О, а что-то у меня 900 часов уже наиграно. Такой, бля. Ну значит, надо играть дальше. Вот мне кажется, это по-любому. Это все из-за Таркова, скорее всего, что вот такого плана. И про читеров я начал здесь слышать очень многое. То есть все читеры из Таркова, даже читеры, получается, из Таркова сюда перешли, да, так оно выходит. Это, конечно, очень печально. Если здесь не будет нормального античита, да, игра вообще, ну, мне кажется, недолго проживет. Потому что с тем, что какой здесь донат, да, там. Не хочешь лутаться? Вот прям вот тебе вот впадло лутаться, да. Прокачал пару уровней, чтобы у тебя открылись все карты, да. И все, закинул бабок, купил себе пару миллионов и пошел просто ходить в платки, и все. Вот это, конечно, да. То есть, получается, тут сама суть, они прям вынуждают тебя покупать, грубо говоря, ну, типа, вынуждают покупать тебя бабки, да. Потому что лут говно, залутаться ты не можешь с рейда, а тратишь ты очень много на рейд там, да. Типа, опа, колечко. Сколько стоит? 65 тысяч. Вот так, раз. Ладно, колечко мы нашли. Беру свои слова обратно. И есть хороший лут. Как говорится, игра слышит, что типа я пизжу на нее. Она такая, так, ты, говорит, завязывай с этим всем. Бывают и хорошие моменты, что типа все, что да как. Я такой, ну ладно. Давай-ка вот сюда зайдем, еще грена глянем. Я так понимаю, все, кто был, все уже съебались, никого не осталось. Вообще. Вот тут у нас куртёх. Куртёх тоже на месте осталось. 2000 батарея. Да пофигу. Вот это вот все по мелочи напродаем, чтобы у нас хотя бы хоть какой-то был небольшой приростик. Чё, грена не будет? Не, грена не будет. Ну и все, пошли на выход тогда. Так что как-то так. Надо подольше поиграть и посмотреть, что к чему, ребят. Вот это факт вообще, да. Так что, что хочу сказать. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости. Когда выходит новый ролик на Ютубе, начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группы, я там тоже много чего выкладываю, так что и у кого не работает Ютуб, грубо говоря, да? Переходите в ВК, я все ролики там дублирую. То есть можете спокойно посмотреть, попользоваться, ну и порадоваться. Вот типа как-то так. Звук как будто подгоняет. Вот что-то не понимаю, как будто кто-то топает, но никто не топает. Итого получилось, ну, 288 тысяч, да? Как бы мало. Очень мало это все.
Ой-ой, сколько у меня тут завершено заданий сразу. Сейчас мне там денег навешают, наверное, миллиарды просто. Ну вот, мы побегали, посмотрели, все, чекало. Ну, в целом, наверное, 10 уровень, да, вот мне немножко... 10 уровень я, короче. Немножко как-то так оно, ребят. Так что что, ну, на этом ролик заканчивается. Всем спасибо, всем хорошего настроения и до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.